Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – заговоры, в которой мы ознакомимся с одним из самых древнейших жанров не только у славян, но и человечества в целом. Узнаем, что представляли собой заговоры и заклятия русского народа, в чем была их специфика, особенность и диалектика развития. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Могущество заговорного слова. Второй. Заговоры как жанр. Третий. Грамматический состав и текст заговора. Четвертый. Композиция заговоров. Пятый. Свадебный фольклор. Шестой. Свадебные приговоры. В начале было слово. В Библии сказано, что все начиналось со слова. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. Или: в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Таким образом, в христианской религии изначально существует особенное отношение к слову, давшему жизнь всему сущему и явившемуся основой в создании земной цивилизации. Сила заговорного слова. И особой силой, как считали древние славяне, было наделено слово «заговорное». Оно было в дохристианскую пору, когда человек обращался к земным стихиям, обожествляя их и прося их милости, помощи. К примеру, знаменитый плач Ярославны из слова о полку Игореве – это культурологическое наследие язычества, в котором отразилось то самое обожествление сил природы, и звучит заговор, заклятие с просьбой возвращения мужа. «О ветер ветрила, зачем, господине, враждебно веешь? О Днепр славучий, прилей же, господине, моего ладу ко мне, светлое и пресветлое солнце». Афанасьев о возможностях заговорного слова. По свидетельству одного из исследователей русского фольклора Афанасьева, могущество заговорного слова безгранично. Оно может управлять стихиями, вызывать громы, бурю, дожди, град и задерживать их, творить неурожаи и бесплодие, заживлять раны, останавливать кровь, превращать людей в животных, деревья в камни. Короче сказать, слово это может творить чудеса, подчиняя воле заклинателя благотворные и зловредные влияния всей обожествленной природы. Когда мы обращаемся к подобного рода текстам, мы анализируем и подразделяем их на два уровня – как говорится и что говорится. Речь идет о полном структурологическом анализе, где учитываются фонологический, номинативный, семантический, синтаксическо-логический и другие уровни языка. То есть на первом месте звуковая структура, а заговорный текст строится из определенных сочетаний звуков и ритма. Шла баба по речке, вела быка по нитке. Нитка-то оборвалась, кровь-то унялась. Сяду я на камень, кровь-то не капить. Сяду на кирпич, кровь-то укрепись. Заговор на остановку крови. Мифологизация фонологического уровня языка. Многие культурологи мифологизируют фонологический уровень языка. Например, Гачев предлагает вдуматься в факт, что звуки языка на выдохе лишь произноситься могут, на вдохе получиться могут лишь «а», вбирание, вхождение открытого пространства в нас, и, втекание дали в нашу щель. Но «о», «у» – суть звуки глубины, которую мы собой производим, вносим в бытие, даруем. Е – перед, лицо, личность.
И выдох, выход на мир, испускание духа. А исследователь Журавлёв делит звуки по шкале светлый, темный и утверждает, что если для каких-либо звуков в тексте находятся в пределах нормы, то эти звуки не несут специальной смысловой и экспрессивной нагрузки, а их символика остается скрытой. Заметное отклонение количества звуков от нормы резко повышает их информативность. Соответствующая символика как бы выпихивает сознание, подсознание читателя, окрашивая фонетическое значение всего текста. Например, если в стихотворении нагнетаются звуки, средние оценки которых соответствуют признакам «очень светлый», «светлый», то эти признаки и будут характеризовать содержательность фонетической формы текста в целом. Эффект усилится, если в то же время темных звуков в тексте будет заметно меньше нормы. Песни-заговоры. Прочитаем приводимые Сахаровым в его программном произведении «Сказания русского народа» песни-заговоры ведьм и русалок, то есть нечистой силы, с преобладанием шипящих, глухих, свистящих звуков. Шагадам-магадам, шикалу-микалу, гоц-гоц и другие. Например, песня ведьм на роковом шабаше начинается так. Шикалу-викалу, шагадам-магадам, викадам, небазгин, дюлазгин, фиказгин, байламаиш, гейлушан, эламаин, ликалу. Шиу-шиу баба-бан ю, шиу-шиу дан не то ли баба-згин ю, шиу-шиу бала ли баба-дам ю. Что касается грамматического состава заговора, здесь также есть свои особенности. Первый. Преобладают существительные. Второй. Незначительное количество местоимений. Третий. Большое количество глаголов. То есть в заговорных текстах опредмеченность, обезличенность плюс особенная специфика содержания, продвижение к какому-то объекту или воздействию на что-либо. Язык заговорных текстов. Но почему заговорные тексты бывают понятными, то есть переводимыми, и непонятными, типа шагадам-магадам? Очевидно, дело опять-таки в светлых и темных сторонах. Оказывается, что заговор на порчу, звучащий на родном языке, не так страшен, как заговор на чужом, непонятном языке. Ощущение грубости, так сказать, поганости чужой речи могло ассоциироваться с возможностью использования некой древней магической формулы, сакральной идиомы. Например, загадочное слово «абракадабра», несущее исключительно негативный оттенок у славян, полно благочестивости в некоторых азиатских заговорных текстах, а встречается оно у самых различных народов Европы и Азии. Известно, что первобытные народы гораздо больше боялись колдовства чужаков, чем своих собственных колдунов, с которыми всегда была надежда договориться или применить антизаговор. Еще Лев Толстой отмечал трудность понимания народных заговоров, отсутствие во многих из них прямого смысла. Лексический состав заговоров. Мы встречаем большое количество непонятных слов, возможно, пришедших с разных языков и религий. Например, обнаруженное нами слово «фарн» имеет древнеиранское происхождение и означает «небесную благодать». Когда и как оно оказалось в русских заговорах? Очевидно, во времена соседских отношений с древними иранцами, благодаря чему язык славян обогатился древнеиранской лексикой. Господи благослови! От престола до царских ворот шел ангел в ограде Хварин. Заговор от порчи. Заговоры – древнейший жанр, через который мы проникаем в мифы, фольклор. Текст заговора – ключ к подсознанию человека. Слова становятся действом. Они находятся в единстве и согласии между собой. Союз их определен словами.
Прекрасное полезно, полезное прекрасно. Это и есть тот единственный истинный союз, который запрещает творить кумиры и который распался в сознании интеллигентного большинства. Разрыва этого религиозного союза избежал темный народ. Вот почему он наивно, с нашей точки зрения, творит магические обряды. Одинаково заговаривают зубную боль и тоску, успех в торговле и любовь. Для него заговор не рецепт, а таинственное указание самой природы, как поступить, чтобы достигнуть цели. Чем ближе становится человек к стихиям, тем зычнее его голос, тем ритмичнее слова. Слова становятся действом. Сила, устрояющая их согласие, творческая сила ритма. Она поднимает слово на хребте музыкальной волны, и ритмическое слово заостряется, как стрела, летящая прямо в цель, и певучая стрела, опущенная в колдовское зелье, приобретает магическую силу и безмерное могущество. Заклинатель бесстрашен, он не боится никакого бога, потому что он сам бог. Заговоры и заклинания. По своей обрядовой сущности заговоры не отличаются от заклинаний. Все, что говорилось выше о заклинаниях, за исключением их формы, можно сказать и о заговорах. Вместе с тем заговоры, как явление искусства слова, представляют собой жанр обрядовой поэзии. Как и заклинания, они выполняли утилитарно-магическое назначение. Однако их магическая сила была, по мнению крестьян, более действенной, чем заклинания. Это подчеркивалось и тем, что заговоры знали особые люди и условиями их исполнения, и художественной формой. Если заклинания употреблялись практически всеми в тех или иных сферах жизни, то преимущественное исполнение заговоров было привилегией знахарей и колдунов, то есть людей, обладавших определенной сверхъестественной властью над судьбами людей. Их побаивались, особенно колдунов, которые могли принести своими заговорами вред человеку. Знахари и колдуны стремились сохранить тайну текстов заговоров. По их убеждению, если кто-либо узнавал текст заговора, которым они пользовались, заговор терял магическую силу. Знание по наследству. Знание заговоров передавалось по наследству или кому-либо из родственников, или человеку, способному совершать магические действия. Особыми знатоками заговоров были пастухи и охотники. Чтобы сохранить стадо от нападения дикого зверя, от болезней, чтобы охота была удачной, пастухи и охотники использовали свои заговоры, тексты которых также хранили в тайне. Время и место исполнения заговора. Заговоры должны были исполняться в строго определенном месте, на перекрестке дорог, например, или в строго определенное время, например, на утренней или вечерней заре, наедине или только с тем человеком, на которого необходимо было воздействовать. Заговоры произносились шепотом, не переводя дыхания, то есть достаточно быстро, но спокойно, и так далее. Все это придавало заговорам особую таинственность, оказывало определенное влияние на психику людей. Классификация заговоров. По объекту и цели воздействия заговоры, как и заклинания, весьма разнообразны. В целом заговоры подразделяют на три группы – лечебные, хозяйственные и социально-бытовые. Лечебные заговорами лечили и человека от зубной боли, от ран, от грыжи и так далее, и животных. Хозяйственные заговоры предохраняли посевы от засухи и сорняков, скот от нападения дикого зверя и так далее. Социально-бытовые заговоры способствовали урегулированию общественных и личных взаимоотношений между людьми. Известны заговоры на подход к власти, на царские очи, от неправедных судей.
Особенно много записано заговоров присушек и заговоров отсушек, при помощи которых молодежь регулировала любовные взаимоотношения. Композиция заговоров. Оригинальная композиция заговоров. Классический тип заговора состоит из пяти частей: введение, зачина, эпической части, закрепки и заименование. Заговоры начинаются с введения, например, со слов «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», являющихся отголоском христианских молитв. Далее идет зачин, основное назначение которого в том, чтобы при его помощи заклинающий как бы вбирал в себя силы природы, животного мира. «Звездами отычусь, зарей подпояшусь, силу львиную возьму, злость волка возьму». Подготовив себя таким образом к заклинанию, исполнитель затем формулировал суть самого заклинания, эпическая часть. Например, в заговоре от неправедных судей. «Спаси от царей, от королей, от неправедных судей и от злых людей». Далее, чтобы заклинание исполнилось, шла закрепка, закрепительная формула. «Все мои слова, будьте благословенны, сильны и крепки, крепче железа и булата, острее острого ножа и когтей орлиных». И, наконец, заименование. Заговор заканчивался словом «Аминь», которое могло повторяться 3 раза подряд. Влияние церковных молитв на заговоры. 2 части заговора – введение и заименование – особенно отчетливо напоминают о двоеверии, влиянии на языческий фольклор христианства. Как и вводная часть, заименование является свидетельством влияния на заговоры отдельных церковных молитв. Вместе с тем нельзя не заметить, что обе эти части по своему назначению идентичны зачину и закрепке. Именно поэтому в ряде заговоров они и отсутствуют. Особенности системы художественных средств заговоров. По сравнению с заклинаниями, заговоры имеют более сложную и своеобразную систему художественных средств. В основе заговоров, как и других жанров приговоров, лежит сказовый стих. Для них характерны повелительно-восклицательные интонации. Именно для заговоров характерен сквозной эпитет. Один и тот же эпитет повторяется на протяжении всего или большей части заговора. Например, «В белых ручниках держит белого лебедя, обрывает, общипывает у лебедя белое перо». Некоторым разновидностям заговоров свойственны такие сквозные эпитеты, которые ярко отражают их целенаправленность. В заговорах на кровь часто встречается эпитет «красный», в заговорах на ожог эпитет «огненный», а в заговорах при сушках эпитет «сухой». Стилистические особенности заговоров. Характерной чертой стиля заговоров являются развернутые сравнения. Как у месяца не болят зубы, так и не болели бы они у раба Божьего Ивана. Заклинательная функция заговоров объясняет наличие в их изобразительно-выразительной системе многочисленных стилистических повторов, тавтологии, синонимии и так далее. Например, «Замкну замки замками, заключу ключи ключами». Приговоры свадебного обряда. Приговоры более всего характерны для свадебного фольклора. В свадебном обряде приговоры исполнял не только дружка, но и некоторые другие участники свадьбы – сват, сваха, родители жениха и невесты и так далее. Обрядовая и поэтическая сущность приговоров дружки во многом объясняется его ролью в свадьбе. В
Функции дружки в обряде были разнообразны и значительны. Он был защитником жениха и невесты от сверхъестественных сил, распорядителем обряда и шутом-балагуром. Функции дружки. В дружке обычно выбирался человек, знавший заговоры, умевший противостоять колдунам. Приговоры дружки в определенной своей части прямо направлены против сверхъестественных сил. Например, перед отъездом свадебного поезда в дом невесты дружка заклинал дом жениха. «Будь наша хоромина пресветлая, благословенная, каждая дырочка, каждая щелочка со дверьми, с окошечками, с обревешечками, кругом нашей хоромины каменная ограда с железным тыном». В таких приговорах угадываются черты заклинаний и заговоров, те же монологи обращения, те же повелительно-восклицательные интонации, то же стремление заклясть, как бы уговорить благополучие, счастье отдельного человека и его дома. Магическая сущность приговоров. Магическую сущность можно усмотреть не только в тех приговорах, в которых ясно прослеживается связь с поэзией заклинаний и заговоров. Она обнаруживается и в приговорах, в которых, на первый взгляд, никакой магии нет. Например, очень часто дружка, друг жениха, просил участников свадьбы благословить жениха и невесту или совершить какое-либо обрядовое действие. Это просьба о благословении, не поэтический прием. Дружка начинал просить благословения с самых первых моментов организации свадебного поезда и кончал это дело только тогда, когда складывал себя обязанности дружки, то есть в самом конце свадьбы. Тем самым заклиналась вся та часть свадьбы, за которую он отвечал. Ритуальное начало в приговорах. Ритуальное начало в приговорах объясняется необходимостью организации обряда, поэтому в приговорах запечатлены картины обряда. Почему, собственно, возможно, основываясь только на их содержании, восстановить весь ход той части свадьбы, в которой они звучали? Приговоры рассказывают о том, как избирался дружка, как набирался состав свадебного поезда, как родители жениха угощали обрядовой едой, как свадебный поезд во главе с дружкой отправлялся за невестой, как встречали его у ворот и в доме невесты, как отдавали жениху невесту, как ехали под венец, как возвращались в дом жениха и так далее. И всюду инициатором обрядовых действий, главным заклинателем был дружка. Ритуальная, магическая и обрядово-игровая сущность приговоров. Но приговоры не только заклинали, не только способствовали реализации обрядовых действий, но и выражали вполне ясное обрядовое отношение к происходящим на свадьбе событиям и к ее участникам. В зависимости от магической, ритуальной и эстетической функции в приговорах органически соединяется несколько начал. Из-за ритуально-магической и обрядово-игровой сущности приговоров действительность изображается в них то в идеальном, то в фантастическом, то в реальном, то в балагурно-шутовском плане. Дом невесты, например, мог изображаться как новый высокий терем, в который можно попасть только по кленовой лесенке через двери с хрустальными ручками. Но вдруг дружка заявлял, что у дома невесты ступеньки редки, крыльцо высоко и так далее. А сам он, поднимаясь по дубовому крыльцу дома, на первую ступень ступил, ступень обломилась, на вторую ступил, опять обломилась, на третью ступил, и третья обломилась. И тут же обращался к родителям новобрачной: «Сват и сватья, есть ли в доме яры, злые яростные собаки? Ярых собак садите на цепь, стариков-колдунов, петухов-клевунов, баб-брандливых пихайте на печь». Особенности свадебных приговоров.
Эта особенность свадебных приговоров является главной приметой их поэтического содержания. Приговор многолик, неожитан и многомерен. Его сущность в том, что любое явление, в зависимости от обрядовой ситуации, назначения приговора и образа, раскрывающегося в нем, может быть представлено и идеализировано и в фантастическом плане, и реалистически, и в балагурно-шутовских тонах. Так изображаются жених и невеста, дружка, сват и сваха, Тысяцкий и другие участники свадьбы. Образ дружки. Самая колоритная фигура приговоров – сам дружка. Перед нами мастер на все руки, талантливый, серьезный и веселый человек. Дружка – легкая ножка. У него сердце с покором, покорное, голова с поклоном. Голос у него приветливый, он острослов и душа компании. Но это лишь одна сторона дружки. Он может быть и решительным, и грозным, и опасным. «Если не откроете ворота, — предупреждает он, — то я скакну, ворота ваши за скобы возьму и их с крючьев сорву». Черты такого удальца-разбойника переплетаются с фантастическими деталями. Например, накупив и куниц, и лисиц, и красных девиц, дружка на коня садится, конь веселится, по полю едет, земля дрожит. Одновременно в образе дружки проступают вполне реальные черты крестьянина. Рассказывая о своей жизни, он признается: «А мы живем, слава Богу, у нас живы быки и коровы», и так далее. Социальные мотивы приговоров. Приговоры в определенных границах давали простор выдумке и импровизации. Благодаря этому в них появлялись, хотя и редко, социальные мотивы. Из самых характеристик дружки можно узнать, что его житье-бытье бедное. За свою жизнь он испытал много скуды и беды. Так много, что и не знает, куда от них сбежать. Примета таких самохарактеристик – четкая социальная противопоставленность бедняков богачам. Дружка жалуется: «Богатые люди пиво да вино пьют, а меня, бедного, только по шее бьют». Композиция приговоров. Композиция приговоров – монолог. Приговоры дружки исполнялись всегда от первого лица единственного числа. Нередко дружка обращался к кому-либо из участников ритуала. Так возникал диалог, придававший обряду свадьбы характер драматического представления. Большую роль в организации текста приговоров играли такие композиционные приемы, как синтаксический параллелизм, ступенчатое сужение образов, обращение и другие. Разнообразие художественных средств приговоров. В приговорах активно используются различные виды иносказания, сравнения, эпитеты, гиперболы, синонимия, тавтология, уменьшительно-ласкательные суффиксы, разнообразные синтаксические средства. Это обилие художественных средств является жанровой приметой приговоров. Ни в одном другом жанре мы не встретим такого богатого использования почти всего арсенала фольклорных средств изображения. Композиция и задачи приговоров обусловили, как уже указывалось, необходимость изображения действительности весьма разнопланово, для чего и использовались самые разнообразные художественные средства. Сходство приговоров с другими жанрами фольклора. Это определило сходство отдельных приговоров с другими жанрами фольклора. Уже говорилось о сходстве приговоров с заклинаниями и заговорами. Но есть сходство и с былинами, сказками, песнями. Нередко приговоры даже цитируют эти жанры. Конь у жениха, например, богатырский. Он летит повыше леса стоячего, пониже облака ходячего.
Горы, долы, болота и озера он хвостом застилает, а маленькие речки между ног пропускает. Сухой лес от этого ломается, а сырой к земле преклоняется. В основе приговоров дружки, как и других стихотворных жанров обрядовой поэзии, лежит сказовый стих. Такой характерен для многих жанров русского фольклора. Итак, мы изучили один из древнейших жанров фольклора – заговоры. Их композиционный и структурный состав. Разобрали примеры текстов заговоров и заклятий и уяснили разницу между ними и приговорами, свадебными обрядовыми текстами.